И сегодня президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что по его прогнозам в этом году стоимость бензина в стране поднимется по меньшей мере на 10%. Также Алекперов рассказал, почему, несмотря на падение общемировых цен на нефть, это практически не отражается на стоимости бензина в России. Сегодня в ценовых параметрах огромная составляющая – это налог. То есть всего 9% приходится на стоимость нефти. В стоимости литра бензина. Поэтому сегодня влияние стоимости нефти, оно абсолютно несущественное на цену на литр бензина на заправочных станциях. Плюс с 1 января для того, чтобы пополнить бюджет дорожного фонда, на 2 рубля увеличены акцизы.